Песня ДДТ «Метель». То есть мы играем первую часть ритмического рисунка перебором, а вторую часть боем. Как бы поддеваем указательным пальцем вниз-вверх. Это для тех, кто задавал вопросы, как играется. То есть первый раз играется вот так. 6, 3, 1, вниз-вверх. На следующем аккорде играется 6, 4, 3, 1, вниз-вверх. То есть... Через паузу один. Эти три ноты вместе, а единичка через паузу. Получается. Аккорд соль также играется, как С. И на Д есть такой ход. В общем, это для тех, кто уже умеет играть такими способами. Кто на слух может определить, как я играю. Для тех, кто еще не умеет, добро пожаловать вот сюда, в нашу школу, и постепенно до всех этих способов дойдем.
Пока.